Мы с вами находимся на территории Бхарата Мандира в Ришикеше, Индия. Это небольшое божество Ганеша. Ганеш, он сын Шивы и Парвати, известен как устранитель препятствий. Тем, кто им пренебрегает, Ганеш создает препятствия. Ганеш – покровитель путешественников, это радует, торговцев, астрологов, йогинов и всех, кто стремится к эзотерическим познаниям. Фактически, он не самый главный, но он открывает все врата. Поэтому вы можете увидеть, у входа в каждый храм сверху есть хоть хотя бы небольшое изображение или маленькое божество Ганеша. Рядом с Ганешем находится храм его отца Шивы Махадевы. Шиве поклоняются в образе Шивалингама. Ом намах Шивая. Ом намах Шивая. Ом намах Шивая. А это храм Бхарата, Господа Ришикеша, который есть Бог богов, Царь царей. Это центральный храм в Ришикеше. Он действующий, поэтому он постоянно перестраивается, ремонтируется, может быть, не выглядит так древним, но божество, которое в нем находится, Ришикеш Махарадж, он очень древний. Поэтому очень благоприятно всякий раз, когда мы приезжаем в Ришикеш, посетить этот храм, выразить почтение хозяину этого города, покровителю этого города, получить его благословение, обойти храм по часовой стрелке в знак почтения. Мы святая святых. Возможно, мой мобильный телефон не так хорошо все приближает. Вот. Но немножко вы можете получить даршан Господа Ришикеша, царя и повелителя этого священного города. Хриом Татсат.